Всем снова привет, друзья. Так, сегодня что я там хотел построить-то, я уже забыл. Рынок, а точнее ярмарку хотел построить. Я вот не знаю, где построить ее, тут или тут. Ну, тут, наверное, все пути сводятся к тому, что тут у нас все стоит. Давайте как-нибудь аккуратно ее так ткнем, чтобы она не мешала ничему. Я как-то она не влезает. Нет, значит, что-то не тут. А вот тут. А если вот тут ее построить? На дороге. Или тут давайте все же. Бомбанем ее. Вот так вот. Все. Строительство пошло ярмарки. Посмотрим, что за фигня такая-то, эта ярмарка. Я тут примерно еще накидал, как его, где домики у меня будут большие. Вот здесь домик. Здесь, я думаю, баню построить потом для людишек. Поэтому я и прикинул. Поле я снес, вот здесь, которое стояло. Так, ну и что? Ну и все, в принципе. А, ну немножко тут подровнял. Точнее, равняет все еще. Люди бегают. Суетятся. Кстати, можно пока на паузу нажать. Не надо нам равнять. Нам теперь ярмарку надо построить. Ярмарку и ослиную ферму. Ослиную ферму, блин, я вот не знаю. Тут вот у меня эти шаки, караваны. Сюда бы можно было бы и ферму построить. Где она была-то хоть? Слушайте, потерял. Во. Стоило караванов. Подожди. А, во. Стоило караванов. А это еще круче. О, блин, слушайте, это поприкольней стоило караванов-то. А, ослиная ферма. Ну, вот сюда бы его можно было бомбануть бы сразу около этого. Ну ладно, так как нет места, сюда и по первоначальному плану и пойдем. Сюда ее поставим. Она как и раз вписывается сюда. Так вот ее бомбануть. Нормально. Так, ну для начала нужно вот эту снести штуку, чтобы ее поставить. О, слушайте, носят. И неплохо так носят. О, 5. Ничего себе, у нас народ увеличивается. А я-то сижу и не знаю. Так. Нам-то много не надо. Так, что, корабль-то еще не это... Не того, на этого. Овощного пирога не хватает. Жрут как не в себя. Рыбный пирог зато есть. Давайте его. Что, мясной? А, не, рыбный не нужен. Давайте этот, фруктовый. Самый огонь. Ну, нужно еще строить одну пекарню. Ну, я планирую вот тут вот эти вот домики снести. А, склад построить где-то вот тут поближе. Сюда. А тут еще понастроить эти пекарни. И как раз вот можно будет колодец сюда принести. Сейчас он мешается тут. Либо еще один... Либо склад построить. Ну, а один такой склад еще нужно будет строить. А то и два вот здесь вот. Не, один влезает. Мы что-нибудь поставим. Фонарики какие-нибудь прикольные. Так, 90... Еще 10 обучаются. А что там учитель как? Обучает? Один какой-то обучается. Ну, пускай обучается. Поросятушек порежем. Коров тоже. Почему нужно резать поросят вручную? Потому что может сразу появиться 2-3, а так как будет место занято, 38, например, 39, да, то этот самый не успеет зарезать. Ну, я так полагаю, конечно. Поэтому лучше зарезать, и сразу будет прирост большой. Также и кур. Желательно периодически.
Уничтожать. Так, отлично. Слушайте. Сейчас у нас все строится. Так, тут только тут нужно будет подровнять земельку. Ага, все, готово. Так, тут мы выровняем ее. Тут какая-то она корявая вся. Или не, подождите. Отставить. Хорошо, что есть пауза. Хоть на паузе можно равнять все это дело делать. Не равняется по-человечески. А если вот так этой штукой, во, понеслась. Выровняйте мне эту территорию, все. Сейчас они поравняют, и мы забацаем основную ферму. О, эти уже начали строить рынок, точнее ярмарку. Атас. Ярмарка. А что он дает, интересно? Нужно еще эту башенку улучшить одну. По-любому. И вот эту улучшить. Хоть можно, но это потом. О, выровняли. Готово. Ярмарка построилась, пацаны. Так, давайте посмотрим, что она может. Непонятно, что она может. Ну, если честно, очень непонятно даже. Может, тут ослом нужно на ярмарку таскать. Например, вот у нас дофига. Что у нас дофига? У нас ничего дофига нету. Давайте попробуем. Да не, овощи сейчас будет не хватать-то. Вообще не пора собирать, нет, пока. На ярмарку. Ну давайте попробуем молока. Молоко где у нас хранится? Хлеб. Давайте хлеб попробуем. Мне интересно. Хлеб у нас. А, не, слушайте, на ярмарке появилось что-то. Дрова, рыба. Это и чё это? Мясо какое-то скинул. И зачем они продают хлеб? О, хлеб, слушайте, доставили. Да, непонятно, если честно. Вообще не понимаю. О, экспедиция отправлена. Корабль ушел. Отлично. Отлично. Надо будет еще тут этот припустить немножко. Ну, сейчас опустим мы. Так, ну давайте, ладно. Ферму. Ферму так ферму. Так, где она была? Ослиная ферма. Так, ну давайте. И тут мы дорогу крутую сделаем, вот так вот. Так, все. Нифига себе она стоит. Дороговато. Так. Так. Собирай фрукты. На мясо отправим еще одного. 90 человека. Нормально. Ну, жрут они, конечно, вообще жесть. Надо мясо, наверное, открыть. Что-то они сжирают все. Портных у нас два работает, да? Да, два. Уже хорошо. Возможно, еще нужно будет одного портного. Блин, а ярмарку не так сделал. Ну ладно. Щитовод. Домик щитовода. Да тоже нибудь ляпнем его. Не сильно существенно.
где и как он будет стоять. Так, вот этот нужно будет переносить по-любому. Давайте посмотрим место под этот склад. А что тут у нас будут эти стоять? Пекарни. А так не влезет? Влезает, но как-то не очень влезает-то. Все по центру бомбануть. Сюда хорошо влезает. Сюда тут на этом, на изгибе. Ну и что на изгибе? Пускай будет на изгибе. Чего? Да, давайте. Давай сейчас стройте. Вот это потом нужно будет снести. Так, ослики, ослики, что у вас тут? А, хлеб вы оттащили, ну и ладно. Хлеба-то у нас нету. И что, они продают или нет? Стаскивают мою жратву, понимаешь? Неизвестно. На какой-то рынок. Дровосек умер от старости. Что ж ты будешь делать? Да, дровосеков нужно еще, походу, одну ставить. По-любому. Ну, только вот тут вот еще одного можно поставить возле амбара. Литейщиков. Литейщик пока один хватает. Вот угольных печей. Не хватает. Инструменты еще продают, офигеть. Яйца бы перетаскали. Молоко сольем. Это тоже немножко. И рыбу, в принципе, можно уже сливать. Сливатушки. Так, а, это пока не строим. Вот это строим. И вот это вообще строим. 580. Потихоньку таскают. Так, а что тут? А, тут уже собирать. Блин, позднее лето. Ё-моё, я профачил. Так, а что по зерну? 2000 зерна. Блин, это зерно лоханулся. Зерно нужно вовез. И вообще не вовез, а в это, в лен. Льна нету. Да и овес уходит. Так, ну там нет у нас. Ну, как-то так, надеюсь, хватит. И что нужно будет еще поле, наверное, соорудить. Вот тут нельзя на этом поле побольше. Пойди, тут 9 было, на 9 человек рассчитано. Ну, 7. Ну, ладно. Так, а тут что? Можно увеличить? Где-то я уменьшал. А, вот тут уменьшал. Тут уменьшал. Ага. Так, так у нас тогда стало мало народу. Позднее лето уже, пацаны, давайте в темпе, в темпе. Вот на зиму вам не хватит жратвы. Должно быть 15 тысяч как минимум. Ну ладно, до 14 тысяч. А то сколько у нас? 2, тут 3. Ну блин, они не успеют собрать за осень-то. А может успеют. Если на ишаке будет быстро все свозить. Ну, мне кажется, ишаков вот этот шкуры посвести все тоже. Давайте, ишаки, шкуры эти убирайте нафиг отсюда. Вот это там бар. Хотя он заполнен уже. Все равно убирайте. Что тут еще больше? 2000 соломы этой. Муки. Да, ну такое. И чё? Вот что это 150 ресурсов? А деньги? Деньги где мои? Нету денег. А, кстати.
А, я знаю, как избавиться от шкур. Пацаны, блин. Я это думаю, как от них избавиться-то? Все, я знаю. Нужно строить-то этого. Лалку. Где этот замок? Рынок. Ну, это мы в следующем версии построим. Ну, в принципе, я рынок уже строил, показывал. Да, его нужно бы построить. А как? Сильно большой? Да, не сильно. Вот, и там в нем избавиться от этого, от лишнего. Ребенок не выжил при родах. Боже ж ты мой. Бедный, бедная дитятка. 252 задания. Окей. Еще не начали даже строить. Ну все, все подтащили. Осталось построить. 95 человек. 11 тысяч жратвы. Да, рынок построю и через рынок продам всю лишнюю фигню. Я смотрю, тут у нас деревьев что-то много стало. Непорядок. Сноси их. Тут у нас что-то деревья уменьшаются. Ну, они на дрова идут. Дрова на уголь, естественно. Поэтому и такое. Сейчас вот этот построят, и этот можно будет снести. Но это зимой снесем. И потом вот этот амбар снести. Ну, блин, он такой самый передовой на самом деле. Ну, срочно сейчас нужно будет строить другой. Ну-ка, вот сюда я не могу запихнуть его. Ну, где амбарчик? Значит, сюда по-любому его нужно будет ставить. Надо подумать. Я сейчас понаставлю. Кстати, вот тут можно... Можно, даже нужно сделать дорогу. Даже не так. Так напрямик. Что не строит? Ой-ой, зима. Зима, ноль. Что хотите сказать? Сейчас 2000 я не соберу. 13 тысяч. Чечен собрал. Сено. Сено пофиг. Да. Давайте, давайте. Успеть собрать хоть что-нибудь. 19 тысяч. Не, нормально. Ноль держится. Зима еще не на подходе. Вот видите, я живой, она так постепенно. Может похолодать, может потеплеть. Ну, видите, опять это самое потеплело. Успевает собрать картофанчик. Так, склад построили. Отлично. Этот насос. Так, и помимо того, что этот насос, амбарчик все-таки мы построим здесь. Блин, тогда это не влезает. А, собака. Хотя зачем нам здесь амбар? А это не влезает тоже. Амбар-то нужен для этих самых. Куда-нибудь таскать с этого амбара все. Ладно, пускай пока собирает. И разберемся. Давай, 1600. Успевает, успевает немножко. 14 тысяч собрать. Поздняя осень, все. Так, ну сейчас снимаем. Зачем они нужны? Так, сюда, сюда, строителя. Так, этот сразу мы включаем. Глину. Ну, глин немножко, нам ее много не надо. А вот металл и этот, ой, мы под завязочку.
14 тысяч. Окей. Все, так, а что еще у нас есть? Там чувак обучает. Лекарь не нужен. Никому полечиться. Инструменты. Нормально. Ну, вроде все нормально, слушайте. Сейчас как раз он достроит. Можно, кстати, и снести вот этот амбар. Ну, чтобы его снести, нужно построить какой-то. Кто-то. Влепить. А что, насколько это вообще видов продуктов производить? Может, один амбар тут построим? Отколоть снести по-любому. Я думаю. Где эта штука-то? Колодец тут не нужен. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Сколько вы производите вообще? Что вы производите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, без хлеба, пять. Тогда вот сейчас колодец сносим, амбар сносим. Тут амбар поставим. И все. Рабов хватает. Так вот. Так, ослиная ферма строится. Рынок. Я так и не понимаю, зачем этот рынок нужен. Ну, видать, нужен. Чтоб жизнь не казалась медом. Так, молоко пока в плюсе. А вот этот мы заблокируем. Еще поросятина. Немножко вас. Да, для свиней хватает. Нужна овса еще побольше. Сена хватает. Так, а что у нас тут? Ага. Нормально. Охотник умер от старости. Я что-то почитал, охотник умер от скорости. Думаю, что это такое? Да, от старости. Вырубайте деревья, что-нибудь мешаются. Нам нужно 1200, по-моему, дерева. Ну, много ушло дерева, на самом деле. Мельник умер. Блин, начали зимой умирать. Чего мне живется? Построил-то вам мега-город. Сейчас еще рынок построю. А рынок можно сюда вот впихнуть, кстати, да. Где дом будет. Столько-то фигня достроится. Та-та-тан. Все перетаскали. А, они еще таскают. Пускай таскают. По закуткам хватит-то хоть места? Вот в чем вопрос. Нам нужно успеть вот этот раз снести. А, ну в принципе мы уже снесли, да? Дорога есть. Давайте строить амбарчик. Чтобы они сразу все сюда сносили. Все производство. Во. Этот снесется, тут выровняется. Тут еще этих самых построить, пекарен. Вот тут, наверное, надо будет увеличивать. И это самое, строить башенки. Или вот здесь вот так-то вот. Чтобы они охраняли. А то эти будут приплывать, скоты. О, все тут они выровняли. Тун-тун-тун. Все, три строителя все же. Всего лишь нужно. Давайте глину, что ли, добывайте. 10 животных. 700. Давайте тут, наверное, на животного. Не понял, 10, откуда 10-то? Я же уменьшил вас. Так, 2. А, ослиная ферма построилась, ё-моё. А чё нету ишаков-то?
Думаю, 10. Один. И где ослик-то? А чего вы жрите-то у нас, ослики-то? А, сено. Ну, нормально. Во, оказывается, вот так вот надо шака. Ну вот, вы видели, как поместить осла в стойло. То есть нужно со стойла караванов сюда ослика перевести. Ну и как бы все. И ослик будет в норме. Ослик будет жить тут. В стойле. Ну или еще ишаки добываются отправлением... как его? Экспедиции. То есть экспедицию отправляете, и он повезет вам ишака. Ну и тут уже разводить их, я так понимаю. Так, ну стойло построили. Давайте сейчас лето наступит. Скриншотик сделаем. И все. Рынок... Точнее, ярмарку и стойло построили. А ярмарку на паузу можно же? Да, можно. Так, а что у нас еще стоит? А, амбар. Деревьев не хватает. А сейчас уже ранняя весна. Ни деревьев мне не вырубили. Давайте рубите деревья-то. У меня жизнь как нужно деревьев много. 102 дерева это не очень как. Но они все этот еще таскают. Не все заняты. И таскиваем всякого говна. Нихрен разгрузит тут. Тут бы достроили. Да вот тут мы паузу нажмем пока. Со сносом. Пускай вот это переносит все, построит. И деревья начнут рубить-то. О, сейчас сюда и будут сносить все. Так, минус один, надо сейчас уже весна. Вот видите, весна идет уже, то ранняя весна и снег лежал, сейчас весна и снег все еще лежит. О, все, ноль. Так, ну снимаем этих рудодобывальщиков. Сейчас полностью снимем. С глины по-любому снимем. Так, ну и все, всех сюда. Пицца один. У нас даже еще разные рабочие есть. Видите? 96, ну нормально. Так, ну тогда на камне оставим. И на руде по-любому двух. Блин. Нет. Тогда вот так вот. Все. Сейчас эти достроят. О, открыт тыква. Приплыл кораблик. У нас тыква открыл. Ну, тыквы сомнительного. Сомнительный вообще. Все, кроме картофана, а овощи сомнительные на самом деле. Не знаю, зачем они так нужны. Так, мясо блочим. У нас рыба-то не производится, нет? Фруктовый, мясной, овощной. Сейчас еще рыбный будет. Пойдет производиться. Пирожок. Так, тут один, да? А че 7? Где еще то? Ну понятно, тут два. Два из двух, да? Тут три. А, два из трех. Блин, нужно, значит, еще сюда. Мясо-то они никак не перетащит. Так, давайте достраивать амбар. Так, тут тоже нужно будет как-то все это улучшить. Житье-бытье.
Так, и вот эту фигню тоже достроить. Тут, смотрите, топлива не хватает. Сейчас еще один, это пока вот хватает на вот эти вот дома. Сейчас, если еще построить один, то, мне кажется, вообще не будет хватать. Так, ну что? Заканчиваем, друзья. Сейчас сделаем скриншот для видео. Так, рынок. Вот такой вот рынок у нас получился. Да ё-моё. Где-то стоит он. Далеко. И ослиная ферма. Давайте к-нибудь вот так вот станем. С этой стороны. Вот так вот. Ну, вот так. Так, ну все, друзья. Мы, точнее, я построил ослиную ферму и рынок. Точнее, ярмарку. Теперь нужно что в следующем видео-то построить? Так, надо открыть это тут. Следить-то надо за всем этим. Так, строители все. Ага, не все. Одного. Вот так вот. Так, этот разберем. Построю пекарен. Чего-то не хватает-то. Нужна еще одна мельница. То так муки-то у нас сейчас мы пекарен понастроим, и муки не будет хватать. Вот. А, гляньте, я закрыл. 109, нифига себе. Вот, жрите. Вот. Нужно, значит, еще мельницу строить. Но мельницу надо тут, наверное, где-нибудь строить. Это разберемся. Вот. В следующем видео нужно будет построить кровь с носа ярмарку. Ой, этот самый, как называют. Рынок. Построить. Ну и есть еще баня. То есть баню построим. Баню. Это вот из нового, что я не строил. Баня. Беседку я построил. Баня, баня. Ну и все. Баню, баню. Свинья. Ах ты, падла. Где ты нападаешь? Свинья умерла. А, свинья умерла от голода. О, блин. Надо еще с куда-то. Не могут притащить пожрать свинье. Вырезаем свиней. Блин, опа, подстава-то. Пища мяса. Я думал, на свиней уже нападают. Ну, как-то вот так вот. Ну все, до новых встреч.